Может, оно и так. Все мы ждем от жизни чего-то другого. Но вот что я понял. Сильным людям не нужно быть жестокими. У меня только одна жизнь. И я собирался прожить ее. У меня был план. Добились бы мы всего этого, позволяя каким-то выродкам давить на нас. Если ты так о нас думаешь, то совершаешь роковую ошибку. Мы клерки, банкиры, полицейские. Не тебе нас судить. Если ты достаточно глуп, чтобы бороться с нами, мы обрушим ад на тебя и всех, кого ты любишь. Ты угрожаешь мне людьми куда более могущественными, чем ты? Именно. Тогда ты мне зачем? Мы все попадем в ад.